Что мы знаем о трупе? Лежал в парке Шпрейвальд. Его нашел бездомный и очень точно описал. Будто кто-то выжил весь воздух из головы. А что там аграмма? Инородное тело в голове. Это не пуля. По указанию штаба гражданской обороны, утром все должны покинуть остров. Эрик мертв. Кто вы? Я сорвалась с обрыва и упала на пляж. Скажите Эндрю Мюллеру. На теле Эрика должны быть указания, которые приведут к Ханне. Я еду к вам. А что мне прикажете делать? Вы должны вскрыть труп. Что? А это законно? Я думал, музыка снимет напряжение. Вырубай, а если он позвонит? Есть указание, его надо выполнить. Это ключ? Возможно, но вряд ли все так просто. Тут кто-то есть? На каждом трупе есть фрагмент мозаики, который ведет дальше. Нет! Стой! Этот мужик похитил его дочь. Нельзя позволить ему это сделать. Зови на помощь! Убийца где-то здесь! Вот черт! Ты знаешь, что будет? Где Ханна? Она жива?